下面我来介绍一套我们健身气功五禽戏里面调整呼吸和意念合一的动作。那我也希望 немножко попробуй, как вот это дыхание сведение совместной работы. 让大家体会我们气功的对身体姿势、对呼吸、对意念的调整是用什么方法。 Попробуй, что как что используется наше сведение, объединение у нас дыхание и умение, мысли. 好，大家先跟我把动作学会，把姿势学会。 Давай мы сейчас первый этап за немножко упражнение, движение подчеркнулось. Вот ногу вместе, пожалуйста. 然后脚分开. Ну, давай вместе попробуем. И свободный, не так высокий. 两手起来，往底边，手心向上，你是一般，把胸部往底边接，轻轻，哦，我的，руки наверху，然后朝里，这边，свободный，再朝下，再来。 еще раз. Один. Два. Три. Сейчас мы эти три动作连贯起来。每个动作连贯的时候要接的时候要接的圆活圆。 Давай вот метод читать. Раз, два, три. А теперь читайте один процесс. Раз, два, три. Одно движение. Что вот это не как механический, не такая, что ровный, круглый идет. 大家看啊，我如果现在这样做是有角的，我们要把这个角做掉，变成圆角。 Увидела много, бывает, что там через движение, они квадрат идет. Такая, это не про что, что при круг. Вот, круг идет. 对，形成一个圆的形状。 Да, что используется круг идет, попробуй, да? 好，再来，起。 要很放松 свободный 动作很自然没有任何紧张 и тоже послабь не надо сильно давить свои 大家感到这个动作有力吗 ну как вы думаете это сложно или трудно 记住了吗 сложно а трудно а нет не трудно да там же пуна 啊 ok 再来一次啊 давай еще раз попробуем Давай, второй движение. Фото дальше. 45°. И 45 градусов. Не перейти. 45. Но движение одинаковое. Уровень не выше своей плечи, то уровень своей груди. И вниз. 要求和前面一个一样的，就是幅度稍微大一点。 我们也是把它做的圆，都是одинаково，чтобы не перекватывать。圆贯起来。круг，чем круг, чем меньше。45°。круг, лево-право。大家注意两个关键，起来的时候手心一定是向上的。внимание, начинается, что ладонь центром наверх. 向里的。и потом к себе. 向下的。 И потом вниз. Давай третье движение. Открывается. Лево-право. И наверх. Тоже круг. Ребята, у вас очень круг здесь. Лобус здесь. Вниз.
впереди смотри, не на вверху сейчас. Вот видите, это три движения, да? Впереди 45 градусов, 180 лево-право. Вот теперь сейчас попробуем три движения вместе сделаем. Ноги сделали параллельно, пожалуйста, не совсем открывается. Уровень свои, сейчас терпи есть, да? Уровень здесь, вверху здесь. Вот назад круг идет. Да.好，到这里和两个虎口交叉. И здесь два палец, да? 按照传统的原理，男的左手在里面，女的右手在里面. По традиции, ну, по-таски, вот именно это традиция, да, инь-ян. Поэтому мужской внутри, мужской к себе внутри, мужской внутри, вот мужской, вот это мужчина, лево внутри. Да.对，然后轻轻的把手放在腹前。 Это немножко поставить свои. 虎口交叉的地方对着肚脐眼。 И где место? Она здесь, да? Два, вот это, где встреча, они как раз поставили свои здесь, прямо здесь. Пупу. И свободно. Давай еще раз, ничего страшного. Давай, назад. Впереди. И к себе. От носа, сейчас наверху открывается на лево-правую сторону. И потом до конца на голову.
家记住了吧？запомнили, да? Да. 我刚才讲气功和其他的运动的区别，它除了动作以外，还有呼吸和意念。Ну, объясняли только что с вами, это сравняется других видов спорта, а не только движение, еще связано дыхание и мнение. 你们现在已经完成了第一个阶段，身体姿势的调整。Именно вот пока сказать, да, маленькие, это маленькие кусочки части, вы уже, можно так говорить, выполнение в первой части. 下面我要告诉你们这个动作怎么和呼吸配合。Давай мы сейчас попробуем.Я хочу вам сказать, как с дыханием, именно это короткий тип. Хорошо, давайте, пожалуйста. Пока. 刚才大家在练动作的时候，我对呼吸没有要求，希望大家只要把动作记住，让它放松的练就可以了。Вот только что я вам научил просто технику, мне показалось, что не требует, что с дыханием работать. 你们记得，刚开始练习气功的时候，我们不要讲呼吸，先把动作学会。Ну, всегда, когда вы как тренер, да, на обучение других человек, тоже, первое задание, не надо с ним как много требовать, только что занимается техникой, движением. Конечно, тогда второй этап, уже когда движение получило, тогда связаться с дыханием. Ну, продолжаем, мы будем попробовать с дыханием, когда будет, ну, как дыхание будет. 那现在我就要开始提问了。Теперь сейчас я вопрос, можно тоже вам. 刚才大家在练动作的时候都没有考虑呼吸，但是我们都在呼吸。Ну конечно, только что мы все занимались движением, не думали, что движение, но вы все дыхание, но все равно вы с дыханием работали, да, правильно? 因为呼吸如果停止的话，那我们生命就停止。Ну конечно, если без дыхания, тогда уже все, жизни уже не будет.什么叫气功？他对呼吸非常重视。Но это气功не важно, что с дыханием вопрос. 你们现在坐在这里的时候，谁都不会考虑呼吸，再注意听我的讲话。Вот, например, вот на момент, вы когда вы здесь сидите, никто не думает, я как дыхание идет. Вы все внимание уже на его встречу. 我们在气功里面把这个称为很顺的、很自然的或者呼吸。Но мы считаем, вот это дыхание называется автоматически, может быть, жизнь дыхания, это называется. 那我就问大家，我们刚才在吸气的时候，腹部是出来的还是进来的？Один вопрос. Обычно дыхание, вы сидите, да? Когда уход идет, она внутри или наружу? Ну, бывает, смотрите, такая, да? Они сейчас, вот мастер спросил один вопрос. Когда вы...Уход, а живот, она туда идет, куда идет? А, сей ли вы дал свой? Уход. Сечи до своего дома, по выходу. Уход. Та что, не сечи до своего дома. Живот он думает. Да,出来了, да. Хай фан, хай ещё та идёт. Согласны, ребята?Да. Шириану. А вы сама этого по выходу сад? Почему он можно...Уход идет, живот туда идет. Диафрагма дает. Что? Он же имеет ухудшение, сидел в кунче, это яли для того, чтобы это Мы сидели до сих пор, мы до сих пор куда? Когда мы уход идет, у нас лег открывается. Больше. Мы, Поэтому ну, здесь еще, как надо, это орган, как надо, потом они тавыны сели, да, и внизу.我们的腹部就Тогда поэтому она уходит на передний. 当我们呼气的时候，肺缩小。Когда у нас выход, они уже от, как закрываются, поэтому у нас легкие уже маленькие. Какие санкции? Здесь, когда живот такой размер, когда здесь маленький, поэтому вот здесь они сам автоматически наверх идет. Хочи.腹部就朝里收，поэтому тогда живот уже внутри уже меньше будет. 是不是这样？ Правильно процесс, на процесс принцип такой, да? 对。好，那么我现在要教你们一个相反的呼吸。Ну, сейчас я вам буду объяснять, надо наоборот дыхать. 我要教你们吸气的时候，腹部朝里收。Я вам хочу сказать, надо научить, что
когда уход идет, а живут внутри. Давит немножко силы. Учи的时候腹部放松. Наоборот, выход свободный, что свободно перед. 这个时候腹部就鼓出来了. Тогда получается наоборот, когда выход идет, она не внутри, наоборот, впереди идет. 这个我们正常呼吸会. Вот поэтому вот такая дыхание и с обычным дыханием уже не одинаково. 在练气功的时候，很多时候都是用这种呼吸形式。 В процессе занятия чику много процессов, они такая дыхание идет. 这种呼吸形式能够改变我们胸部和腹部的压力，对内脏进行挤压按摩。 Именно такая дыхание, они можно изменяется внутри орган движения и помочь развивается нормальная система. 对身体非常有帮助. Это для здоровья очень хорошо. 练过太极拳，你们知道气沉丹田是吧？ Кто-то занимался тайцзи, понятно, что такое 气沉丹田, да? Знаете, да? 气沉丹田就是念佛式呼吸. Значит, 气沉丹田 значит, вот это, что все энергии, то свои дантян, это тоже, которые сказали, это дыхание необычно, это уже считали то, что мы сказали, наоборот дыхание. 中国的气功锻炼 讲究锻炼人的精气神. Ну, у Китая, что, что, внимание, что наша дух и дыхание, и ощущение себе чувства. 所谓的精就是能量，我们的人生命活动的能量，我们气功认为，中医认为能的能量是在小腹这一个部位。 У нас говорится, чи это, ну, может не говорится, что чи, они здесь считается энергией сохранения места, энергии именно здесь. 然后气主要是在这个区域称为中丹田. Вот второе, чи, они все хранятся на средний дантен. То, что мы сказали здесь, это называется нижний дантен. Здесь считается средний дантен. 我们人的内气 和外气的交换是通过中丹田进行交换. Всех обмена внутри дантян воздуха, да, и все снаружи воздуха, они все через средний дантян обмена будет. 所谓的神就是人的思维，他认为是在这个区域叫上丹田. Ну как считается шен, это именно что шен это мнение, мысли, как направление свои движения, ощущения. Они сидят, все находится вверх, называется вверху дантян. 中国人在2000年以前已经认为人类有这样的一个生理结构。 2000 назад Китай уже, который есть специалист, уже понятие это трех важных мест. 这个和现在的西方医学是完全吻合的。西方医学认为这个是脑，它是管思维的。我们这个肺在这里，它是管呼吸的。 我们的肠在这里吸收营养，它是管人的能量，所以中国和西方在这个方面大家毕竟是一致的。 Ну, можно сказать, что вот у китайской традиционной медицинской системы с европейской, например, вся мировая система медицинских принципов, сказать, одинаковые. Потому что человек тоже знает здесь, как голова у нас называется вверху тантена, они направления. Человек вот тоже, да. А лёха здесь, да, они чи, ну дыхание идет здесь. А здесь все, как называется, нижние тантян, они считаются все, как называется, питание здесь, ну, принимается. Все энергии, все отсюда начинается, убирает, ну, как собирается. Поэтому, что всю мир, ну, Китай или других стран европейские, ну, в принципе, одинаковые. 好，我不知道讲了这么多，大家明白我的意思。Ну, в принципе, я не знаю, как я так много говорила. Что-то немножко понятие? Понятно. 好。Давай. 现在我要教你们练呼吸。Давай сейчас мы как с дыханием вместе. 我们两个手还是合拢放在这里。Давай закрывайся, как放。人很放松的。Свободи свои
себе. И мы现在按照你们正常的呼吸。Давай не говори, что наоборот дыхание, как обычное дыхание.把这个注意力集中在鼻子。Ну, по мнению, все дают свой нос, как обычное дыхание. 按照气功，这个舌尖轻轻地抵在上面。Вот по движению должен быть, что свой язык вот место вот здесь. Да. К нему, да. 鼻用鼻注意鼻子用鼻吸鼻呼的方法。И на нос, не на рот дыхание. 现在你们注意自己的方呼吸，尽量是这个呼吸的气能够出来很均匀。Ну, поэтому сейчас вы попробуйте. Ну, не говори, что тяжелее, свободно, чтобы было ритм одинаковый. Не как хочет быстрее, не надо пока. Одинаковое дыхание, что ритм был одинаковый. 这样是这个气能够做到很柔和，很柔和。Попробуй свои дыхание было как свободное и нежное такое. 这样你出来的气呢就很细啊。Вот если так же у вас дыхание, которое уходит в воздух, они очень тонкие. 好，大家两眼，两眼轻轻地闭上。Давай, чуть-чуть спокойно закрывай свои глаза. 对，好，开始按照我的要求。Давай, он будет требуется, что надо. 不要去注意胜负什么钱，还是你。Дыхание, не думай, что я наоборот. Дыхание или как обычно дыхание, не думай, просто такая.请大家眼睛睁开。Медленно открывается. 我刚才讲的是正常呼吸，现在我要教你们气功的呼吸。Только что сказано, что не требует, что, ну а как вы уже считаете обычное дыхание? 吸气的时候，腹部微微的向里收。Теперь мы попробуем, что надо, что надо. Когда уход.Входы идет, да? Там это немножко силы. Там это силы. 对，有导腹部朝里收。Ощущение, вот ощущение, что внутри, внутри идет. 呼气的时候很放松，腹部很放松。Когда выход идет и свободный. 对，全身放松。И все тела, все полные силы, ну как слабые, свободные.但是这个呼吸也要求达到三个字，很柔和，很缓慢，很细长。Одинаковые требуют три вот это первое нужно что спокойно, второе надо тонкий, третье надо ритм одинаковый. 好，大家眼睛闭上。Давай закрывай свои. 开始吸气。Начинается. 腹部收朝里。Уход и тратите свои силы танки. 呼气放松。И свободный сейчас выход. И она себе впереди. Сичи. Вход. Давид. Хучи. Сон. Выход. Свободный тот антин. Сичи. Сон. Вход. Давид немножко. Хучи. Сон. Выход. Свободный.放松，放松，好，自己体会。Давай чувствуй сам себе, сам себе чувствуй. Как это, ну как, уход дают чуть-чуть силы на живот, и как-то выход уже послабь. 可以呼气，一定要放松。И свободное дыхание, не надо терпеть, не надо терпеть. Как слабый, как свободный, тем лучше. Не терпеть.
Дыхание, ритм одинаковый. Но увидела, это почти один час здесь, да, немножко коротко занимается. Если хочешь, нормально занимается, вот именно это несколько времени. Я думаю, минимально месяц. Который с дыханием, это не просто. Давай мы сейчас попробуем. Не то, что изучала движение, именно то, что такое ощущение дыхания, совместно попробуем. Давай. Руки перейти начинается, там живот внутри. 下落的时候放松, и пропускает тогда свободный выход. 腹部鼓出来了, 吸气收, 腹部收, давиться свои уходы, 吸气松, и выход свободный, 吸气收, уход, 吸气松, выход свободный. Вот, немножко дают свои. Учи, сон. Выход. А, он на дает. Сичи, сон. Второй, 45 градусов. Учи, сон. Свободный. Сичи, сон. Учи, сон. Свободный положение. Сичи, сон. Уход. Учи, сон. Выход. А, он уход вот так. Си. Все больше. Ло, ху, сон. Выход. Си. Уход. Конечно, это короткий, но тоже обязательно, чтобы было качество. Это просто не сейчас, в данный момент кусочек, это время идет по своим ощущениям. Не просто так сразу получается, можно только движение сейчас получить. 按照中国气功的原理，这种呼吸能够起到一个人的内气和外气的交换。 Но мы уже считаем обычно дыхание, да, они уже как жизни, как-то, ну, как родиться, уже имеют как такая возможность. Но мы занимаемся другим дыханием, которое мы сказали, наоборот, дыхание. Они больше обмена снаружи, ну, воздуха, чище воздуха обмена. 吸气的时候，腹部朝里收，就把内气提到中丹田。 Когда не начинается, от нижнего тантен начинается, потому что все энергии и ну, некачество, они все здесь, в тантен. Когда появится наверху, они сами себе уже давит немножко сильно, они наверху идет движение. Вот когда, конечно, в уход, они эти уже. 这个也就是把我们身体代谢出来的不好的气给它呼掉。 Можно коротко сказать, что этих выходов все собирало всех нечистые, не там грязные вещи, что проходит внутри, все убирало. Когда я дыхание сделал, выход уже получила чистый и качественный, как воздух.
呼气的时候沉下去了。Опять, когда отсюда начинается выход, уже они уже тают сам себе, автоматически тают силы, да, хороший воздух уже то свои танки. 因为我这个能量所用。Потому что мы только поняли, да, запомни, когда мы уже как-то выходит что-то, они большие, они уже тают сюда. Ну просто не говорит, а они сам себе уже туда идет. 大家清楚了吧？那现在该понял了。好，我第二点讲，下面讲第三点，意念怎么想？我第一节，我 miss 意念。好，我们这个手慢慢先这样托起来。Давай попробуем руки медленно, по, ну как, поднимается наверх. 下落。И вниз. 现在给它加点意念。提起来的时候和手上有一个很重的物体，我慢慢用意念。肌肉还是放松的，用自己的意念慢慢给它提上。Вот теперь сейчас второе, второе свободное, но дают свои мнения сейчас, что когда вверх не просто так же, попробуй что-то держало, либо, например, никого, маленький камень, вот попробуй, да? Держи камень. 然后手心向下. И когда поворот, 好像一个球，下面是水。要克服它的浮力，慢慢按下去。Поменять мысли сейчас, почувствую, это мяч здесь, и под мяч внизу это вода, что вытавит ее внизу. По мысли команда, да? Попробуй. 那么我们这个手现在上来和下去不是没有意识了，有意识，那提起来，下按，手上有内劲在。Когда ты дают это мнение, команду мнение, попробуй, почувствуй сейчас, да? Держи камень наверх, как поворот, давит внизу.Вот мяч внизу, попробуй, есть ощущение? Держи и поворот, и не давит, что где мяч внизу, там вода есть и внизу, она не идет в нее, попробуй, есть какое ощущение? Да. Давай мы два руки попробуем, хорошо? 我们两个手同时托起一个气球。Одинаковые, вот что понимал уметь.Большой такая, либо сумка, давай мы попробуем такая, да? 然后把意念朝自己的体内放进去。И поймали к себе, по ощущениям. 下按。И давит внизу. Одинаково вместе, вот мяч давит, внизу еще. 对，手托起重物，提起。Вот так попробуем несколько раз повторить. И вниз.那么气功在练的时候不是考虑到我自己的一个人，我要考虑到人和自然的融合，важный момент, 天和地的融合。Важный момент, когда вы на процессе занятия не только думаете движение и не только думаете себе. Важно ощущение, по каждому движению на общество думает. Как я давит, что у меня было, летает вверху, типа, ну, можно сказать, космос. И отверху еще так думают земли.Значит, уже получается человеческий мозг, космос связан, потому что вверху, у меня тело много движений наверху, да? Так и получается вверху небо и свои тела внизу. 好，两手起来的时候，意念就是我人与天相合。Вот это получается, как чувствуется, у человека и небо связан. 把自然界的好的气托在我的手上。Ну попробуй, что качество воздуха держи в своих руках.拖到哪里？到我中丹田，补充我的气。Куда мы сделаем? Все собираем до своей средней 丹田。到了丹田以后，到了中丹田，让这个气朝下走，走到我的下丹田。Вот до своей средней 丹田куда еще давит? Давит своей нижней 丹田。这个时候，我的人手心向下，我人与地相合，地气相合。Видите, а мнение, что у меня все полностью встречается с землей, мнение.上下人在中间，融合性。Внизу земли, что человек в центре, средний. 按照气功的原理说来，我就能够采天地的能量为我的健康服务。По китайской чикун говорит, что тогда я могу поймал все отца, все космос вверху, внизу всех энергий за себе здоров. 好，大家跟我做，两手托起。好的。Теперь.
下。Вниз. Так, 放松一直到脚底。Свободный до конца ног. 再来一次。Держи на ветку. Себе. 好，这样也是的，把气吐起来。Тоже одинаковый, лево право 45. 幅度更大。Это себе одинаково, еще больше размер. Шагом. Шагом. 好, 最后再把气两侧的气吐起来。Лево право, еще побольше свои размеры. 手上有气。Одинаковый. 吐起来，换到我的头顶。И то свою вверху, голова вверху.然后是这个气从上到下走下去。Из энергии от своей головы вверху, точка, и от через тело до конца. 这个气走下去的过程，走到身体哪一个部位，哪个部位放松？Который мысли, давил какой через на голову будет свободный, какое место, то какое место, она более свободна. 胸放松。Вот груди свободный. 腹部放松。Живот свободный. 一直到脚底。И до конца до земли, до своей ноги. 这种感觉像什么？像我们洗澡，上面这个淋骨头，水漏下来，从上头哈下去。Например, какое чувство, что душ было наверх. Вода идет отсюда и также от верху до конца ног. Такое ощущение. 借助天地之气，把我人身上不好的病气、俗气、邪气，通过脚底排掉。Именно по мысли, что поймать все качество хорошей энергии через свое тело, ну как удалить все проходы, весь убрать от своей ног. 好, 做一遍. Давай еще раз попробуем. 打开, 吸气, 呼气, 松, 下去. Вот, выход сейчас. 吸, уход.下落三，свободный выход。好，然后我们手到后面，手心到后面。这个意思就是说，我的人和后面的气结合起来了。Это значит, что я не просто напереди, еще назад связан сзади。我刚才踩了上面的气和下面的气，我现在把后面的气也弄过来。Сейчас только связь сверху внизу, теперь собирается заднее хорошее качество. 还不够，把前面的气也弄过来。И не хватает, еще впереди надо собирать. 把全部弄到，弄到什么？弄到我的丹田。Опять собирает до своей 丹田。这个时候我们的脑要想到丹田。В это время, тогда у нас мнение, мысли давится своей полной центральной мысли на своей 丹田. 把意念放到丹田，两眼可以轻轻地闭合，想到丹田。Вот тогда уже возможно, что закрывая свои глаза и освободить дыхание. 感到自己很放松了，感到我的意念已经想到丹田了，可以收工了。Когда вы все собрали всех энергии до своей 丹田, вы чувствуете, что там есть.Тогда немножко уже можно свободно открывать глаза. 好，然后搓搓手，把手搓的。Опять повторяю, которые повторяются. 手搓了以后搓脸。И кто же? 对。这个动作能够加快我们脸部的血液循环。Вот это можно сказать, что помощью вот лицо свои циклы по, ну как циклы что?有美容的作用。Цикл крови, да, циркуляция, да. Они помощью, ну как что, можно красота помощью. 我们现在有的时候女士们需要借助化妆品美容。Вот много, ну как женщина, девушка, они купили много, что, косметика много купила, помощью.Вот так, может быть, не надо купить, даже много, что сам через свои противосвязи. Потому что это косметика, много внутри есть химические, а наоборот, порой не будет. Вот это способ, они, это как естественная работа, поэтому... Теперь наверх.
从上到下沿着两个手完全放松。И потом аккуратно перейти свободный. 这个对不？ Просто до конца. 好。这样我就把气功的深呼吸意念给它结合起来。嗯。Но вот так немножко короткий вам объясняла, что чигун как предварители говорила движение, дыхание и мнение объединение. 当你们练了这样一套功法啊，就能够达到чигун的效果。Но тогда если все с этим три момента объединяются, тогда только можно получать какой-то чигун результат. Хорошо, давай мы попробуем с музыкой. Очень маленькая. Короткие, плохо, ничего не страшно, попробуй. Потом важно мне сейчас на занятии. 如果配合不上也没关系，先自然呼吸，你们懂了就可以。Это не важно, может песня не получается, но пока мне что движение заполнено. 我刚才已经声明了，我把一个月的东西用一个小时教了你。Но я уже то что объяснял, что мы просто на этом этих движений на все надо месяц, мы на один занятие, в принципе, познакомиться.每个动作都是